Вот, смотрите, такое огромное окно, такой прекраснейший вид, и как в него тяжело смотреть, потому что оно очень грязное. Вот. И знаете, что еще интересно? Оно горячее. Вот реально окно горячее. Я первый раз такое вижу. Вообще-то, удивительно то, что оно не двойное, а может и двойное, но выглядит как будто одинарное, как будто тут должно было быть раньше окно, а его нету. От него прямо жар идет, вот. Хорошо, что есть кондиционер. Здесь такой странный бассейн без шезлонгов. Зато видно башню в дырочку. Вот. Вид, типа, можно насладиться. Там бассейн, видите, синенький. Тут какую-то высотку строят. В общем, такое. И тут вид. Ну что, ну плохо, что нет шезлонгов. Какие-то типа места для отдыха, но они все закрыты. В общем, такой странненький немножко сервис. Ну ладно, скупнемся. А что ж делать? Доброе утречко, дорогие друзья. Утречко начинается с бассейна. Мне кажется, это неплохо. Вот. Ну что, пошли спускаться. Интересно, какая тут глубина? Я утону сразу или... Ой. Ну, неплохо, я вам скажу. Неплохо. Ну что, первый раз окунаю камеру. Ух. Поехали. Сюда приходят поснимать. Никто не купается, тільки діти. Дівчаткам в тих паранджах важко щось придумати. Якесь таке. Хоча вони купаються в тих паранджах. Зробимо лайкосик під водою. Зробимо. А ну. Сьогодні 19 грудня, і я знаходжуся в басейні на вершині Хмарочосу у місті Куала-Лумпур в Малайзії. Ну що, друзі, покажу немного отель. Вот, значит, вход здесь по пикалке. Так. Эта пикалка потом ставится сюда. Что-то света мало у меня. Ну ладно. Так, значит, вот такая комната. Заходим. Здесь сразу душ с ванной. Это прекрасно, что есть ванная. Туалет, умывальник, зеркало. Большое, маленькое. Вот так вот. Можно смотреть. Так, фен. Здесь такое освещение, подвесные потолки. Смотрим дальше. И вот мне очень нравится, что это все лакированное дерево. Кстати, тут какой-то ключик. Дверь в Нарнию.
то есть в соседнюю комнату, которая нам недоступна. Здесь небольшая кухня, которая тоже лакированная, но за нее нужно отдельно платить. Если я заплачу, мне дадут посуду, и я смогу пользоваться этой кухней. А так я не могу. Единственное, что я могу, то, что у меня как бы опыт уже есть, я могу в чайнике приготовить яйца. Это я умею делать. И чайник у меня есть. Так, здесь комната. Очень большая. Ковролин. Вот ковролин такой, по ощущению, шерстяной. Две кровати, довольно просторные. Эту я уже немножечко помяла. Такой подвесной светильник. Здесь огромный шкаф. В шкафе есть сюрприз. Значит, тут висят мои вещи. А сюрприз вот. Здесь сейф спрятан. Так, закрываем. Потолок подвесной. Очень удобная креслица. Фишка этого номера в том, что есть рабочий стол. Это вообще здесь работать можно с большим удовольствием. Потом фишечка еще такая в виде картины, причем это оригинал, это не печать, я уже рассмотрела. Вот это оригинал, немножко отсвечивает, сложно снять, но большой телевизор, который я никогда не смотрела. И фишка опять же отелей в хмарочосах, как это по-русски, небоскребах, это большие видовые окна, через которые открывается прекрасный вид на город. Единственный минус, практически во всех небоскребах грязные окна. Вот, поэтому сложно очень показать, как это выглядит красиво. Такой вот отельчик, очень приятный, но дороговат. Это самый дорогой отель, который я сняла за всю эту поездку. Отель называется Pacific Regency. Если кто-то, кому-то будет интересно, вот название. Он находится прямо возле телевизионной башни. Мой отель находится прямо рядом с вот этой башней. Вот с этой. Я прямо сейчас под ней стою. Ух! Так, возле этой башни есть экопарк, куда я и шла. Не знаю, что за экопарк. Вот он. Сейчас посмотрим. Сказали за 40 рингит. Только, пожалуйста, часик, потому что начнется дождь. Типа, должны вернуться назад. 40 рингит – это немало. Это $10. Ой, что-то мостик этот шатается. Вот так джунгли, джунгли, джунгли и краешки небоскребов видны. Классно! Ну, я сюда могу приходить, правда, за 40 рингит. А если прийти рано утром? Рано-рано, когда только-только солнце встало. Может... Ого! Ну, конечно, тут
такая большая развилка. Ладно, это просто вот мостики-мостики, и под ним гулять среди джунглей. Такой парк. Мне такой парк нравится. Ну и таймлапс сегодняшнего iPad-скетча.